Для кого-то Испания – это коррида, паэлья и футбол. Но кто-то познает ее и открывает для себя через самый главный испанский танец. Страстный, яркий, чувственный фламенко – не только замысловатое па, это вирус, который попадает в кровь и навсегда остается в вашем теле. В прошлом году приезжал джаз из Тенерифе. В этом мы привезли фламенко. А после того, как в Беларуси прошли вторые европейские игры и легкоатлетический матч между Европой и США, мы хотели бы продолжить и привезти легенд футбола – Барселону и Реал в Минск. Между нашими странами больше 3000 километров, но объединяет как минимум любовь к искусству. В списке реализованных двусторонних проектов в культурной сфере – перевод на испанский язык произведений Максима Богдановича, защита диссертаций по белорусскому языку, культурный обмен музыкантами и художниками. Для Купаловского театра, конечно, будет вельми важным показать и профессийное театральное мастерство на подмостках, на сценах испанских театров. И, до речи, мы проводим зараз перемовы с Мадридом на конт того, как показать белорусский театр, Купаловский театр у Испании. Спорт фламенко второй раз привозим в Беларусь. На этот раз в более расширенном формате 10 танцоров. А касаемо спортивного туризма, в этом году в ноябре будет проходить в Испании второй гольф-турнир, который мы также организовываем. Я надеюсь, что большая группа белорусских гольфистов приедут. Точное движение вплоть до поворотов головы и тщательно продуманный образ. На сцене эмоции и экспрессия. В ход идет игра с подолом платья и с длинной шалью. А ритм отбивают каблуками, щелчками пальцев и хлопками в ладоши. Фламенко не имеет пола. Мужчина может танцевать женские танцы, женщина может танцевать мужские. Танец, он не имеет границ. Если разобрать фламенко детально, то для женщин занятие этим танцем принесет сплошные плюсы. Двух раз в неделю будет достаточно, чтобы привести себя в форму. Изгибы тела станут идеальными. Появится подтянутый живот, тонкая талия, ровная осанка и плавность движений. Укрепятся суставы, легче будет походка и уменьшится угроза развития варикоза. И не менее важно, прибавится уверенность в себе. Любая женщина может танцевать фламенко. Высокая, низкая, рыжая, темноволосая, светловолосая. Если у нее есть желание, двери фламенко открыты для каждой. Впрочем, научиться фламенко раз и навсегда нельзя. Это танец, который изучают всю жизнь. Бесконечный процесс, крик и движение души. И главное – чувствовать и жить, чтобы танцевать. И танцевать, чтобы жить и чувствовать. Галина Кузына, Павел Семага. Наше утро.